Это была мечта моей мамы. Мама поступила очень разумно и очень хитро. Стала приучать к прекрасному. Водить в театр, на спектакли, включать красивую музыку. И как любая маленькая девочка-принцесса, глядя на это все воздушное и прекрасное, я это полюбила. И захотела стать балериной. Но маленькие девочки всегда мечтают о чем-то прекрасном. Кажется, что ты оденешь эти туфельки, встанешь на пятачок и взлетишь. И в возрасте 10 лет, когда ты сталкиваешься с реальностью, попадаешь в балетный зал в хореографическом училище, только тогда ты начинаешь осознавать, куда ты попал. Потому что невероятно адский труд и немножечко, наверное, не то, что представляют юные девочки, когда мечтают посвятить себя этой профессии. Мне было 14 лет, была моя первая травма. Я первый раз попала в медпункт нашего театра, где встретила нашего главного балетмейстера тогда в театре. И помню, он ко мне подходит в медпункте и говорит: «Ну что, Джульетта?» Говорит, скоро 16 будешь, уже перерастешь, пора на сцену идти танцевать. Я это так хорошо запомнила. Почему? Потому что потом, придя в театр, он мне доверил Шакира Анатолия Федоровича исполнение тогда сложнейшей партии. Это тоже был трехактный спектакль «Ромео и Джульетта». То есть я ее станцевала в 17 лет. Я действительно... Так получилось, что я самая юная исполнительница, и после меня даже, наверное, и не было таких вариантов. Не знаю, будет ли когда-то, но пока не было. И он в меня поверил. Он увидел вот что-то внутри меня, вот это нутро, которое я могу на сцене открывать и передавать вот эту драматургию зрителю. Были конкурсы, были награды, были победы, были печальные разочарования. Вот, ну, скажем так, их меньше было. И... В 22 года у меня была травма на репетиции. Травма спины. Вечером спектакль. Я должна выйти. Другой Джульетты нет, заменить некем. Я выхожу от врача, у меня закруживается голова, я падаю с лестницы, надрываю коленную связку. После чего мне звонит педагог мой и говорит: «Ты хоть на костылях, но должна выйти». И первый раз в жизни я тогда сказала, что я говорю: «Вы знаете, у меня еще вся карьера впереди». Под вопросом было, чтобы я вообще нормально могла передвигаться и ходить. Вот, потому что я помню, после этой травмы, когда я обратилась в институт ортопедии, они посмотрели на меня: «А как вы ходите?» Я говорю: «Я не только хожу, я еще танцую и прыгаю». Все всегда смотрят с квадратными глазами. А с вот этой, с последней травмой, это вообще звук разорванной мышцы до сих пор в ушах, вот как струна от скрипки. И ты понимаешь, что ты на сцене. И вот тут наступает шок. Но удивительным образом еще было то, что я совершенно тогда не расстроилась почему-то. Именно тогда, потому что все мне говорили: «Чего ты не сидишь, не плачешь, не расстраиваешься?» Я говорю: «Чего расстраиваться?» «Дон Кихот» – один из сложных технических в исполнении. Я его не танцевала 13 лет, и я думала, что я, в принципе, к нему не вернусь. Опять-таки, доля случая, доля удачи, риск. Риск проверить себя, а смогу ли я, было страшно, но я смогла. Вот. А после травмы просто действительно, когда теряешь веру в себя и кажется, что уже, наверное, ну, может быть, уже и не стоит, в принципе, уже 20 лет отработала, ну, станцую, не станцую. Нельзя колебаться, нужно в себя верить. Потому что после травмы, действительно, когда пришла в обычную поликлинику к врачу, на меня посмотрел ортопед: «Ну, вы и не мечтаете танцевать». Говорит: «Ну, если будете ходить, не хромать, это еще будет хорошо». На что я ему сказала, говорю: «А я буду танцевать». Вот. Сцена – это наркотик определенный. Это определенный адреналин, это острые ощущения, это
действительно взаимоотдача между публикой и тобой, когда ты выходишь один на один с огромнейшим залом, да, в полном темноты, и ты не знаешь, что сегодняшний спектакль тебе подарит, потому что спектакли бывают разные, публика тоже. Бывает, ты уходишь после спектакля высосанный и пустой совершенно, даже нет возможности разговаривать и улыбаться. Бывает и такая публика. Бывает публика, которая связанная с последним спектаклем. 2 дня я бегала, прыгала, танцевала, порхала, абсолютно никакой усталости, абсолютно такая невероятная беззаботность, какой-то невероятный подъем настроения, энергии. И ты понимаешь, что это связано именно с тем, что ты получил вот этот заряд невероятный. А без этого, вот я не знаю, как без этого жить. Хотя вот говорят, да, вот балерине очень сложно уйти из профессии именно поэтому. Потому что начинается ломка. Ломка за сценой, ломка за вот зрительской симпатией, ломка за тем, что ты что-то можешь отдать и получить взамен. Я счастливая балерина, которая работает в Национальном опере Украины, Лазебникова Наталья, заслуженная артистка Украины, лауреат международных конкурсов, мама 2 замечательных детей, счастливая женщина, счастливая балерина и вообще счастливая, наверное, по жизни тем, что мне очень повезло с профессией, которую я люблю, с людьми, которые меня окружают, и с моей семьей.